привет, это программа «Автоледи» на Авторадио. Меня зовут Катя Каренина. В гостях сегодня... Зараза. Спасибо. Всем привет, это программа «Автоледи» на Авторадио. Меня зовут Катя Каренина. В гостях сегодня один из основателей квартета и Александр Демидов. Саша, привет. Привет. Поехали? Поехали. I met a lot of women on the road. My pimpin' is worldwide, and everybody knows her. А давно ты за рулем? Я за рулем с 2003 года. То есть а какая машина? Прилично. Вообще много их было? У меня было много. У меня было 5 машин, все джипы. Первая машина была машина известного в музыкальном мире Миши Козырева. Раздолбанный джип Гранд Чероки. А почему внедорожники? Не знаю. Выше сидишь, далеко глядишь? Да, высоко сидишь, далеко глядишь. Пространство мое, я в ней дышу лучше. Я вот сажусь в машины, которые, так сказать, ездят на первом этаже, на асфальте, я так называю. И ты сидишь на асфальте, мне тяжело, у меня начинается невралгия, мне душно, мне плохо. Моя энергетическая зона, мое энергетическое пространство – это большая машина. Саш, ну а сейчас какая у тебя машина? Сейчас у меня Land Cruiser Prado 150 дизель. Навье практически. Какое место занимает автомобиль в твоей жизни? У меня очень большое. Я в автомобиле курю, я в автомобиле говорю по телефону, я в автомобиле придумываю песни. Я что-то запел, выпустил сейчас, выпускаю второй альбом песен. Я написал песню сейчас про елку, что все мы такие елки, залезаем в шкаф на полки, достаем таланты с полки, наряжаемся как елки, новогодние гирлянды. Про автомобиль песню я не написал. Еще я пишу как-то пока про одушевленных персонажей. Моя машина – это мой дом. В автомобиле можно разгрузиться, покричав на кого-нибудь. Тебя не слышат, а ты материшься. Я как-то так ездил со своим сыном. Он был у меня пристегнут на сиденье. И я в какой-то момент, ну, не выдержал. И вот опять начал кричать: ну давай, едь, едь, давай, едь. Ну что ты встал, ну давай, едь. И потом обнаружил ребенка, который играл в машинке и кричал: ну давай, едь, ну давай, едь, давай, едь. Он одной машинке говорил, чтобы она ехала. Один раз скажу страшную историю. Захотел плюнуть в окно. Но это кошмар. Кошмар. Думаю, так, сейчас плюну в окно, но не могу так. Так хочется. И так поворачивается мне там: привет, как дела? Мы вас любим. Я так: когда новый фильм? Ну, потом салфеточку нашел. В общем, разобрались с ситуацией. Скоро новый фильм, да, класс. Я только так в окно там: привет, как ты? Вот она популярность. Вот так весело мы и доехали до твоего автомобиля. Да. Ну, какой-то он синего-грязненький. Грязнево-синенький. А что ты не мытый-то такой, Саш? А я некогда было, некогда времени не было. Так, Саш, у меня есть предложение. Раз ты такой грязный, поехали на мойку. Заодно совместим приятное с полезным и посмотрим, что у тебя есть в машине. О, точно, поехали. Поехали? Да, так, кстати, это я убрал, это я спрятал. Все нормально. Это моя машина, между прочим. Ну что, мы едем на мойку. Укар Ениной, у Екатерины с Авторадио. Машина, в отличие от меня, блестит. Паук просто натерт воском. И едем сейчас мы за Катей мыть мою грязнейшую машину. Я успел на светофор, за Катей еду. Дритатушки, дритата. Ну что, мы приехали быстрее, чем наш сегодняшний гость. И сегодня мы будем мыть автомобиль вместе с ним. Сашечка, ну что же у тебя все в пепле-то тут? А я же пепел. Не зря я тебя на мойку-то заставила съездить. Вот сейчас мы вместе с Александром Демидовым пытаемся заехать в мойку задом. А зачем задом? Катя меня сбила. Выезжать удобно, Саш. Да ладно, я бы выехал потом. Да ладно. Проверим твою парковку. Саша, в такси ни одна девушка не, даже,
дождется, если столько парковаться будешь. А, ну и не надо. Саш, почему Прада? Почему такой выбор стал все-таки? Последний автомобиль. Ну, не знаю, как-то я давно дружу с Тойотой, и у меня там знакомые, они мне быстро сделали и оформили этот автомобиль. Я не знаю, почему Прада. То есть ты все-таки практик такой? Я не практик, я вообще не разбираюсь в марках машин. Я вот выбираю, я человек консервативный, вот ездил на Прада всегда, и вот буду ездить. У меня перед этим была Прада, она мне нравилась, 120-я. Сейчас взял 150-ю Праду дизельную. Следующую возьму Праду какую-нибудь вообще уже последнюю. А сейчас я ничего не вижу. Нас покрыли пеной. Господи, мы гибнем. Где мы? Открывайте окна, выбегаем наружу. Катастрофа. Саша Демидов. У меня клаустрофобия. Сегодня, оказывается, он еще боится замкнутого пространства. Дизайн моей машины. Немножечко здесь дерево есть. Черный салон. Обшитый дерево. Со вставками. Со вставками дерева. Со вставками дерева. В стиле хай-тек. Нас уже вытирают, клаустрофобия прошла. Мне замечательно, здорово, светло, весело с Катериной. И нам интересно, что у тебя в багажнике. Это остатки жидкости для омывателя стекол. Зимний причем. Зимний, а я уже омываюсь. Это тот самый гель, которым я мою руки, потому что машина грязна, а он спиртовой, и руки у меня теперь чистые, я могу со всеми с вами здороваться. Лекарство, которое я пью для того, чтобы у меня было лучше с пищеварением. Синяя баночка для лекарства. Ацетон. Лекарство, которое я не пью, для того, чтобы у меня не стало хуже с пищеварением. Дарю. Спасибо большое. Это спортивная сумка. Здесь моя спортивная форма. А, ну еще две перчатки. Я хотел на них обратить внимание. Мне они очень нравятся. С ценой, Саня, видимо, не пользовался ими вообще. Саша! С ценой 20 рублей. А это мои очки. Я сейчас стану эффектнее и неожиданнее для вас. А? Старше. Классно. Саш, я заметила еще одну штуку, хотел про нее спросить. Что вот это за история? Вот на задней двери, на передней двери какие-то каракули. Это кто-то из поклонников во дворе решил оставить мне автограф. Разрисовали ключом мой автомобиль, две двери. Я, кстати, завтра сдаю его на покраску. Саш, ты настолько позитивный человек, что тебе не хочется уходить, понимаешь? Оставайтесь, но у меня на мойке. Как вам здесь у меня, а? Итак, машина моя помыта, я теперь чистый, красивый. И могу блестеть на ней по дорогам нашей столицы. Спасибо большое за то, что помыли машину. Спасибо. Спасибо. Саш, ну просто я не нарадуюсь. Посмотри, какая красоточка. Блестит. Чистая. Спасибо вам большое. Приходи к нам еще, мы с удовольствием. Приглашайте. В общем, с вами был Александр Демидов, артист театра «Квартет И», человек, музыкант, пароход и автомобиль. Помытый автомобиль. Благодаря Авторадио. Всем счастливо. Катя Каренина, Александр Демидов. Пока.